Варио украл замок Марио. Почему у Марио есть замок? Окей, это не замок Пич и не замок принцессы Тодстул. Это замок Марио. Во время моих других стримов по Марио я заметил, что Марио спас мир, собрал до монет, но он до сих пор живет в маленькой халупе. Это стало причиной Марио купить замок. Ну и да, Марио купил замок. Со своих приключений в предыдущих трех игр Марио и Марио World и Марио Land. А затем Варио такой: «О! Эй, кузен, это я, Варио! Я, как твои дела?» Марио такой: «Кто этот чувак? Это твой кузен, Варио! У меня нет кузена, Варио! О, да! Тетя Бертруды! Бертруда, моя мама! Ты помнишь Бертруду с семейных праздников?» Нет. Марио, я не знаю, нам стоит поверить этому чуваку. Выглядит реально, и он похож на нас. И любит чеснок. Я люблю чеснок. Луиджи, просто дай мне разобраться. Тетя Бертруда? У меня нет тети Бертруды. О чем ты вообще? Просто дай мне поспать одну ночь на диване. Ну, короче, они пустили его в замок. Варио посреди ночи убивает Луиджи. Именно поэтому Луиджи нет в этой игре. И потом забирает замок у Марио. По канону, Луиджи мертв в этой хронологии.